Ткачиха Валентина Голубева. Директор фабрики имени 8 марта Зоя Павловна Пухова. Предельщица Елена Георгиевна Амосова. Знатные люди прославленного текстильного края. Галерею этих портретов создал народный художник РСФСР Марк Иванович Малютин. В Ивановском художественном музее открылась выставка произведений Малютина. На открытии выставки выступили председатель облсполкома Анатолий Васильевич Макриков. Заслуженный художник РСФСР Валерий Васильевич Родионов. Герой социалистического труда Зоя Павловна Пухова, представители общественности города и области. Марк Иванович Малютин поблагодарил собравшихся за теплые слова, сказанные в его адрес. Нынешняя выставка посвящена 60-летию художника и 35-летию его творческой деятельности. В экспозиции свыше 200 работ, отражающих все стороны многогранного дарования мастера кисти. Характер картин, написанных Малютиным, разнообразен. Но все они несут индивидуальные черты живописной культуры, свойственной этому художнику. Персональная выставка произведений Марка Ивановича Малютина стала большим событием в культурной и общественной жизни Иванова.